Ребят, всем привет. Ох, опять шатаем, да? Вот так получится. Пришли мы в Ашан. Что-нибудь закупиться? Где? Мужичок. Сейчас Маринке надо посуду. Давай на домарку идем, ну. Сейчас пойдем. Выбираю от ручки по рублю, да? Получается. Акция. По рублю. Настя теряется. Лишним не будет. 7 рублей карандаш. Что еще? Вон такие ручки, наверное, к концу года их никогда не бывает. По концу года? Так к концу года, наверное, другие возьмем. Это фломастерная какая-то ручки. Ручка Шарикова на боду. С котями. Вау. Сколько они стоят? 69 рублей. Ну ладно, папа возьмет тебе. О! А это что такое? Это пенал. И он мне нравится. А что, там много чего влезет? Он двухсторонний. Нет, таких у меня скинуты те. Цветные карандаши в отдельную, фломастеры в отдельную. Ну, бери, если тебе нравится. Нет, но я там видела одну интересную штуковину, которую можно достать. Эту. Какую? Нафиг она нужна? Когда немного уроков. Она дермантиновая, она дермантиновая, она у тебя вся вот буквально 1-2. Вон, видишь уже какие-то дырки? Она через день-два у тебя вся облезет. Так, это... так вот. У тебя куча там всяких адидасовских. Для обуви. Я вот смотрела видео это такое. Нормально. Знаешь, какое смотрела? Подожди, там карточка. Знаешь, какое? Знаешь, какое я видела? Да, она взяла. Слава, зеленая или желтая? Слава. Слава. Ты спросила у Славы, он любит зеленое. Или с голубой. Финал какой у меня? В принципе, так это. Цены такие демократичные, да? Что еще надо взять? Точно пенал такой. Вон она взяла вот такой вот, с точилкой прямо. Тогда точилку зачем? А это вообще пенал или что? Да, пенал. Это пенал, он двухсторонний, смотри. Он вот с точилка. Этой стороны, с этой скидывается. Тут точилки еще автоматически вставлены. Зачем тут... тебе еще точилки оставляем? Да, оставляем. Точно. Слава, мячик надо? Играть не надо? Вот здесь, вот маленький. Какой, маленький, футбольный? Вот это, да? Да. Какой? Ой, да посмотрим, там что-то. О, вот тут. О, тут есть вот такие белые. Да. А еще есть там вроде какой-то желтый. Да. Вот, желтый есть. Вот еще один. Ну, какой мне хочешь? Мне большие надо. Какой надо один? Ну, мне нравятся большие. Ну, так какой? Ну, мне нравятся большие, конечно. Ну, тебе эти маленькие не нужны? Ну вот, да, они тащили. Таких много. Так, а тебе какой надо? Большой? Да. Какой? Ну вот это, думаю, белый. Ну, какой-то не накачанный, или... его надо накачать будет. Да. Ну, ниточка же тут сейчас. Мне кажется, это самый ваш. Вот такой мягкий. Ну давай его сюда. Давай его сюда. О, куплю. Для сына. Что для мужика не купишь? Это не футбольный мяч. Так, пришли за тарелками, покупаем детям. Так, а тут что? Тут тоже что-то для школы? У нас мама вечно резинка теряется. Смотри, тут какая-то речь о резинках идет. 100. А у тебя консенда умана обращена. Все, что-то еще берем? Или пошли... Все, дальше идем. Так, у тебя циркуль, штангуль. Я взяла. Взяла, да? Вот он. Так, давай посмотрим, что ты взяла. Вот, ты что-то много взяла? Нормально. Ручек много, да? Я вот эти хотела, но не разрешила. Это выделители разных этих.
Что это такое вообще? Ручки? Набор ручек, да. А цвет какой их? Ну, как я понимаю, они разноцветные. Видишь, они наверху вот здесь. Вот под этим. Видишь? Красный, зеленый, черный, фиолетовый. Ну. Пошли давай. Что, что, что? На рюкзак вешаю. Мне Ксюша дарила. Нет, это дома. Так она тебе дарила же что-нибудь еще? Так у меня на одном висит, на другом нет. Зачем? Вот на рюкзак. Шерсть лишняя. На рюкзак. Вот шерсть? Не-не-не, точно мама правильно сказала. Мышке надо, получается, посуду для рецептов. Посуда изнашивается. Ну, вот какие-то вот это красивенькие тарелочки. Нет, мне надо вот такие, только белые. Но вот такие под закончились. А где они есть? С той, наверное, стороны белые, нет? Это маленькие. Слава, сюда иди. Далеко не убегай. Мы с тобой разговаривали. Не трогаем. Что взять-то, не знаю, что тебе надо вообще. Вот для супов можно вот это взять, новый такой вот вариант. Мы недавно брали, вон такие красивенькие взяли. А тебе зачем? Куда? Мне надо было белые, их нет в наличии. Вот смотри, какая красивая супница. Возьмем одну. Какая красивая, контрастная будет, да? Это вот. Супницу. А что, что? Да? Ну, блин, вот я вот деревенский, мне вот это и так сойдет. А вот эта белая не она? Маленькая, видишь, она маленькая. У меня вот такая должна быть по размеру. А-а-а. Почему только черная у меня еще? Красиво? Я не знаю, мама что-то ходит, нос ворочает от всего.
Ну, прикольно будет, да, Азиан? Необычно. Сын выбирал. Посмотри на глаза сына, сын, посмотри на. Салатник. Ну, вот тебе салатник, да? Да. Под суп. О! Ну все, что мы что-то застопорились здесь стали. Дальше-то что делаем? Все, идем. Вот, как бы, вон, смотри, какая. О, смотри, как красиво. О, такая-то, я хочу такую. Смотри, какая она нежная. У нас такой нет? Нет. Давай это вот нежно. Суп возьмем внизу. Какое? Внизу под суп? А здесь не глубокое. А, вот это, да? Давай. О. Вулкан целая, все? Угу. Все, давай, ныки нежные. Видите, как дома решаю я все. Нашел я Маринку, она вот, вот эти штучки выбирала. Зачем они ей непонятны, но она их взяла. Когда небольшое количество соли и сахара. Хорошо. Только на белом очень плохо видно, надо брать какие-то темного фона. Так, этот, потом вот это вот белое с кружечкой. Ну, мне сразу будет сарапки видно. На белом? На белом как раз вообще видно ничего не будет. Смешивать неудобно, надо чтобы конусообразное было. Ну, вот такой, да, вот такую бордовую я тоже хотел. Это с крышечкой. Ну, одну крышку, одну чашку. Вот, ну, видишь, она лакированная, как бы, вот на ней будет видно царапки, но она, это у тебя как все. Поэтому она хоть немножко остановится. Сейчас они хоть с крышками начали делать, тоже прикольно. Где-то я еще что-то видел. Смотрим, смотрим. Голубая она не очень смотрится. Да. Вот такую взять, но она маленькая. Вот давай зелененькую возьмем, да. Обновим немножечко. И, в принципе, три чашки. Как что значит по цели? Надо смотри, смотреть. Открывайте, смотри, смотреть. Вот, вот это специальные кружечки для людей сделаны. Все, она целая, что это? Никто не наплевал. Все. Все? Я думаю, что это желтая система взяли. Надо две небольшие, те же конусообразные заменить. Две небольших конусообразные, вот первая. Вот такая вот розовая, это такая нежненькая. Крышечка, крышечка держится, нет? Плохо, ну давай следующая. Вот хорошо держится крышечка. Вот. Еще одну надо заменить. Да, у нас еще вот такие вот. Может, мы такие возьмем? А такую не хочешь? Нет, такую не хочу. Ну, вот такую давай возьмем, вот такие две. Сразу же. Я внутри раз. Не просто белые, а такие вот интереснее, наверное. Да нет, нормально, обе бери. Раз. О! Два. Что, малыш? Шарфик? Нет. Шкафчик. Зачем тебе? Пойдем. Покажу. Так, тележка на тебя, она не тяжелая. Вот. Я выпала от этого. А зачем тебе? Вот ты мне скажи, малыш, куда тебе его? Это будет мой. Так у тебя и так полно шкафчиков дома, ты что? Тебе прям шкафчик будет. Надо? Да. Ну потом попозже тогда. Сейчас мы сегодня не за шкафчиком поехали. Хорошо? Ну, тебе тем более надо сходить с картинками, наверное. Взяли такую, получается, стрелочку и вот такую еще. Ну, у меня еще есть. Так, вышла у нас общая сумма на 3. Сколько? 3 100. Ага,
Из них у нас получилась скидка, в Ягодиле была 20%. Приложение такое, это в телефоне. Скидка. И плюс мы спасибо от Сбербанка списали. И что, с наличками заплатили 2000. Круто, что? Пошли дальше закупаться еду. Блять, выбираем мини, получается, этот. Шнурочек на крестик. Позже не таскаю, ой, золото не хочу. Просто у Саши был 4 года, отходил, порвался. А, это серебро, да, получается? Могу тоже ее. Даже собачка крепче, чем я сейчас выберу. Две 500? 2900. А там 3400, да? Да, там точно такой же торговый базар. 3400. Девушка дала вам крупную карту. На 10% скидки, да, получается? Да. Мы сейчас еще не выбрали, мы подумаем. Крестик, получается, не пролазит. Не пролазит, да. То, что я захотел ручную работу, там крестик не пролазит. То, что внизу, когда эта девушка на сцене, да. Точно такой же, ребят. Но разница касается. То есть внизу в Ашане получается. 500 рублей разница. Это? 3400, а здесь 2990. 400 рублей. А, ну я думал, что касается. 2900 здесь, а там 3400. Да. Ну, плюс скидка здесь 10%. Ну, 400, 500, 600 рублей, да? Ну, 600, писать, ну, фишки, да. Ну, что, хлеб, чай попьем. Видите, ребята, меня Слава держит, чтобы я не упал. Видите, как он, я прям стою, прям шатаюсь. Слава меня держит, он не боится. Меня тоже держит, чтобы я не упала. Молодцы. Ой, спасибо тебе, Слава. Ой, здесь нет. А, денежка? Ну-ка, это чтобы досталась тележка. Это такая система в Ашане. Мы про нее как-то рассказывали. Давай, поехали. Давай, ты же выбрал ее, таскай. Хочешь достать 10 рублей? Нет. Ты их потом достанешь. Достанем на место. Пойдем что-нибудь купим. Вкусненького. Сейчас мы купим для бритья, после бритья, для девочек, для бритья или для чего, как правильно у вас называется, это не бритьё, да? О, всякое. Расчески вам нужны? Резинки. Вам же этого добра-то ведь надо, берите вон всякие резинки, что все время под всему дому валяется. Да, ну вон берите, он же много резинок, берите, что вы, стесняйтесь-то, что вас уговаривать надо? Только вот это, опять всякими этими берут, которые по всему дому будут валяться. Ох, эти девочки. Да не достанешь ты эту монетку? Никак, видишь, она там. Обидно, что 10 рублей там, да? Ты их видишь, а взять нельзя, да? Не, так и не достанешь. Надо будет вот сюда потом ставить, так, чик. Вот такую же штучку получается, вот такую же. Только вот с этой стороны вот так вот. Джик, джик вот так вот, и она выпадет. А это не вставится у тебя? Цепочка сделана так коротко, специально, чтобы не вставляли, денежку не вставляли, не доставали. Видишь? Ага, надо другую тележку такую же. Пойдем, посмотрим, что там еще есть. Так, смотри, всякие шампуни, вон, смотри, что тебе надо. Все купили, а гели? А гели? Гели тоже купили. Точно? Да. Нам надо с тобой и это. Всего лишь? Что-то как-то слабо. Да нормально. Ой, прошу прощения. Так, а крема вон, смотри, сколько кремов всяких. Надо же какие-то крема вон. 143, а тут со мной по 119 в пятерке купили. Пятерки дешевле? Да, 119, а здесь 143. Пипец. Так, что, вам надо крема какие-то? Сейчас берите. Ага. Мы в станках пошли. Слава, пошли в станки. Да. Слава, тебе надо для бритья тоже станок, да? Да. Усы побрить, бороду, да? Нет. Для Сашки? Ушли. Напоминаю, Сашка это у нас девочка в садике. Любовь. Так, налево. О, приехал. Че, какие для бритья берем станки?
139 рублей. Биг. Ну, вроде как-то нормальные сумки. Три лезвия. Ну, давай еще бери штучки. Четыре таких. Вот, давай тележку так поставим, чтобы она тебе не мешалась. Вот, их сейчас три. Ты считать умеешь, давай дальше. Четыре. Давай еще две. Все, потому что девчонки тоже у меня постоянно их берут, эти станки. Вот еще есть биг вот такие, а тут получается сколько станков? Три лезвия, да? Восемь станков. А мы берем сколько станков? На всякий случай? Четыре штуки, а там получается 8. Ты хочешь? Ну так бери. Вон, покажи. Вот штаны. Мы берем с тобой гель, мы не берем, да, пену? То есть нам надо найти гель. Я думаю, что вот эти штаны гель, но вот я думаю, не так. Вот гель для бритья, вот я могу взять. А, вот белый, вот, да? Это белый? Гель. А, окей. Пойдем дальше? Видишь, мой мужчина. Давай зайдёшек. Давай зайдёшек возьмем. Давай. Пап, может, девочкам давай... тоже возьмем такой да. гель? Тоже возьмем гель, да? Ну, я что-то дороже уплотнил сразу. Да? Да. А ну-ка. Я их кто-то не видел. Угу. Вот еще есть такой гель. Вот, а? Надо выбрать. Да. Вот у девочек меньше что-то, а мы... Да, ты можешь подальше отойти, чтобы оно не так близко было. Да. О, у мальчиков как класть-то больше и меньше. Да, у мальчиков больше. А. Интересный такой пучок, смотри. Что? Он, видишь, какой? Да. Словно раздавили кто-то. Да, я покажу. Но вообще вот они, там. Так, он еще здесь есть. Не формула. О, подожди. 203 рубля. Давай вот такой возьмем. Хотя это, мне кажется, больше это замануха. Давай, Тим. Давай. Вот там у той стороны вот это есть. Но мы вот так объявляем. Тут тоже написано не формула. И тут написано. Если вы их не видели, посмотрите 5 минут назад. А мы подошли. Вот еще одни. Пофиг. Они всем видите? Почему? Вот до кончиков. Вот до вот. Да, что? Вот такое ты знал. Вот, а, да. Вот тут гель 2 в одном, смотри, какой-то есть. О, какой тяжелый, то даже вообще передохнул. Ну все, давай. Так, а что взять-то, не знаю, не мешай вам? Вот я арку беру. Дай, дай, хочешь дай поснимать? Мне. Да. Подержи крепко телефон. Ага, сижу. Вот мы арку брали. Ага. Арку. Потому что мы уже набрали. Вот так оно зашло нормально. Кстати, вот здесь вы не поняли, это вот мы туда сейчас сунули монетку. Хочу подвесить вот. Ты снимаешь очень близко и резко, и будет непонятно, что там снимаешь. Ты должен снимать, вот медленно водить вот так. Жжж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 
чтобы люди так увидели 5 минут назад все-таки. О, вот таким он купил. Мы пользуемся и нормально заходит. И цена недорогая, да. Давай покажем. 192 рубля. Да. Да. Нормально. Давай покажем, что мы купили свое мужское. Давай, иди сюда. Да. Вот. Я пока... Ну ничего, набрали. Вы станки-то у меня постоянно тырите. Набрали. Вы их используете вообще по-бырому. Да, с этой стороны сверху показывай. Так вот. Давай сюда сверху вот так вот показывай. Что мы купили? Вот это купили. Так, тихо, не тряси, не тряси, не тряси. Ты просто покажи и все. Вот мы купили. Потом станки вот такие со Славкой взяли. Бит мне очень нравится. Девочки, вот покажи, что купили. Вот это вот. Не тряси, не тряси. Вот. И мы взяли с углем со Славкой два геля, да, для бритья. Да. Вот. Да, рублем черный. Не стесняйся, пап. Что, дезодоранты убирают? Скажи. Берите, давайте, дезодоранты пошли. Надо еще кучу всего покупать. Да, и щетковатки, кстати. У меня новая щетка. О, Марина жемчуг увидела пачкой, 19 рублей. Детский. Ну нафиг он нужен. Слава, поднимай. Славе детский. Ну не только не жемчуг. Ну давай. Ну вот, возьми, вот возьми хорошее. Да. Ну тогда уж что вместо жемчуга бери вот за 19 тогда вот эту. Что ты не берешь? Одно и то же. Вот. Сто продало одно и то же производство. Давай.
мам выбрал себе щетку. Какую? Вот Испания тебе. Она мигающий таймер, видишь, написано типа. Офигеть. Это обман. Сколько она стоит? Ага, 220. Мама тебе не купит ее, на. Сразу тебе говорю. Вот машинку могу купить. Нет. Вот такую. Это вот мне больше нравится, чем машинка. О, видишь, какая машинка прикольная. Нет. Ну, это уже с мамой разговаривать. Ты как бы это подмазать ее, знаешь, как я как бы это. В этом я не силен. Это все как нет, бы. Нет, ты зубы сам себя почистишь. Вот, смотри. Выбираем. Вот там. Давай быстрее, бери себе. С языком чистить. Какую? Вот эту хочешь? Ну, Марина, она, в принципе, как бы недалеко от него такую же выбирает. Да, такая же, да? Да, смотри. Тоже за 100 с лишним. Хорошо. Машину отправить вам предлагает вас. А почему именно вот такая? Ты мне скажешь, типа гламурная, да? Типа черная, как бы, и все, только этим выбирала. Ну, вот я беру с языком чистить. Вот, как бы, вот с языком чистка. Вот идет. Там сюда не попадает. Как бы язык чистить, потом что тут еще есть? Хочу. Вон, давай посмотрю, какая другая. О, с языком. Голубенько. Вот с языком, вот видишь щеточки с язычком. Голубенько. Вот с язычком. Нет. Вот. Черненькая, синенькая, такая прикольная. То же самое, что там. Вот смотри, для только курильщика. Просто. Я на курильщика похожа. Так, для курильщика это. Говорится, не то, что в ней нет ни курильщика, ничего абсолютно. Это она вычищает, просто у нее вот это жестче. Немножко волосная, вот как мне нравится, а это для языка. Дурочка. Я похожа на курильщика. Вон, смотри, какая есть. Вот, золотая. Ну, это 180, мама тебе сразу же зарубит. Мама нас не бьет на месте. Что, для курильщика взяла? Ты же не курильщик. Ну, ладно, я давай, возьми, я Насте тоже купил классно. Кого? Для курильщика я купил. Черную. Вон Настя стрика. А, ну это 180 уже, мама. Разорится. Вон розовая, река. За 504 щетки. Смотри, река розовая. Блин, давайте я возьму розовую. За 180? Вы что, за 30 рублей чистите зубы? Что за 200 рублей? А чем он тебя привлекает? Настя тебя обманула? Нет, это. Он сам написал. Там не работает батарейка. И ты будешь чистить сам? Да. Ты слово даешь? Ну-ка, ты обещаешь. Ты руку подними, скоро обещаю, как настоящий патриот. Я не знаю. То есть ты чистить сам будешь или не будешь? Не знаю. Не знаешь, то весь обратно ее. Ну, раз ты сам чистить не будешь, иди назад. Чем мы буксуем на щетках, я ничего не буду говорить. Так, ты чистишь сам зубы? Да. Будешь сам чистить? Да. Все. Чтоб я не слышала, что мама почистила мне. Берем. Это зубная щетка. Она вообще как бы быстро, когда заканчивается. А это что такое? Зеленка с кисточкой. Зеленка с кисточкой. Она открытая? Шампунь. Чё? Какая зеленочка. Пригодится. Ну и что, мы встали? А что мы остановились? Мы так часа три будем ходить. Детские легкопростые. Пошли давай вперед, ребенок. Вот тебе детская. Вот машинки, смотри. Пена для ванны. А вот гель для душа. Нам нужен шампунь. Гель для душа. Вот это что такое? Для купания. Типс. Средство для купания. На, малышу будет. Душа. Для душа. А там шампуни-то, наверное, в начале были, где все шампуни? Детский шампунь. Как? Чё там? Чё там? Шампунь. Слова. Да, принцесс. Не, я не принцесса.
Где для душа, там был для мальчиков. Машинки. Ну что вы? Не можешь ничего найти для пацана? Слава, ничего для тебя не нашли, да? Кря-кря будешь? О, давайте кря-кря. Он, кстати, прикольный кря-кря. Нет. Это что вообще? Москва. Не, так а что это кря-кря? Это гель для душа? Мальчиков, плюс 3. Детский шампунь. О, смешите, давай берем. Аромат с витамином F. О, ну-ка дай понюхать Славе. Открой. Просто, Слава, понюхай. Понажимай так. Берем? Вкусно, тогда я понюхаю кря-кряку. О, смотри какой, понюхай, стой. Фу, как вкусно. Слез зато написано. Да, и слезок нету, берем, все, кря-кря, пошли. Так, тогда щетку укладываем. Щетку укладываем, а ты? Кря-кря моемся, все, пошли. Это мы всегда так с детства делаем. Это что такое обозначает, Слава? Ты сам себя любишь, что ли, так? У тебя руки касаются сзади. Нет, девчачий кря-кря нам не надо, нам на мужской был кря-кря, мы взяли. Пошли, что вкусного возьмем. Меньше обнимайся, иначе сейчас домой поедешь. Все, видишь, обнятки закончились. Пошли. Маришка что-то выбирает. 48 слива красная, да? Ты за 100 рублей взяла бордовую, да, вот эту? И наградик еще вот это за 170 взяли. Что-то почему 110 очень как бы плохой. Что-то вообще уже не живой, походу. Слава, вообще как бы это должен ты возить? Тебе не кажется, ты тележку брал? Нет. Ты ее выбирал. 54. Так, дальше пойдем куда? Что будем дальше? Так, да. Не, мы эти не берем. Мы берем вот такие огурчики. Но они что-то очень большие. Пупырчатые, видишь? Вот потрогай. Видишь, пупырчатый? А потрогай тот. А тот такой средненький, видишь, какой-то. А это прям пупырчатый такой. Да, 35 рублей. И 35 рублей, вот видишь? Иди маме помогай и бери мельче. Вот это большие уже не бери, потому что они переростки. Они не нужны. Вот иди маме помогай. Вот смотри, вот это хорошенький. Видишь, что такое? Твёрденький. Вот его возьми, тверденький, видишь? Ложи его туда. Вот этот уже желтый, видишь, он переросток, уже невкусный. Стопудово, там уже семечки, вон там вот, смотри. Вот давай я тебе буду подавать. Вот смотри, во. Смотри. А, не, он, видишь, он мелкий, но он мягкий, видишь? Он, видишь, он мягкий какой? Он как вот уже такой вот прям бум-бум. Его уже не надо брать. Многие ухитряются, а это кто сети держит, они рядом с водой эти огурцы ложат на ночь, они потом напитываются, такие толстые становятся. Но их все равно можно раскусить, что они это поддельные, они, потому что получается это. Видно? Да, они мягкие. На. Нет. Нет, хороший. Это спасибо. Это хороший, тверденький, видишь какой? Вот это хороший. Смотри, видишь, у него даже наконечник еще есть, видишь? Он прям тверденький. Если наконечник какой есть желтенький, значит они свеженькие. Вот, смотри, какой хорошенький. Давай, здесь поищем. О! Вот, давай, что поберем. Так, получается 59, да, Россия? На, вот это томатик, вот хороший. Вот этот. Мне надо килограмм на рецепт еще. Да, это тоже хороший, да, можешь брать. Помощник, посмотрите, какой помощник. Уже лайк можно поставить за помощника. Вот здесь, смотри, побольше. Красненький. Помощница. Помощница. Что там? Тетрадки мы уже сейчас взяли тебе, все. Что тебе еще надо? Иди, смотри, тетрадки выбирай. Курильщик. Щетка для курильщика. Реклама была 100 с лишним и без языка, здесь с язычком можно чистить. Видите, язык можно чистить. Удобно очень, я люблю такие щетки и держится хорошо. Бери такой тебе понравится. А я можно вам помогу? Да. Вот, Слава. Можно? Папа, вот помогу. Да, видишь? Красивый, этот у тебя красивый. Очень. Ой, они такие, слушай, маленькие такие, красивенькие. Да, а, аккуратненькие. Вот. Вот еще. Вот еще, смотри, какой красивенький. О, давай еще помогу. Не, подожди, что значит удобно? А у тебя в школе пропустят такие тетради? Да. Точно? 100%? Да. Она берет, как в Америке, вот в Америке, ребята, она берет как американские тетради. Нет, вот знаешь, это в Америке используют. Вот эти две большие, которые я взяла, это для тех предметов, которые в этом году я сдавать буду. Чтоб на год хватило. Сколько они стоят? Не знаю. Ну вот эта маленькая 97.
стоит. Слава! Большие? Вот тебе были. Далеко не убегай, иначе потеряешься. 180. Тут 160 листов. Вот 100 листов. Здесь сколько? 60. Эй! Хочу! Ой, тихо-тихо, хватит драться! Хватит драться! Ребенок! Ой, хватит драться! Все. Взял одну? Вот здесь. У тебя закончились листы? Открыл вот эту штуку. И вставил вот те дополнительные. Че, чешет, да? Да. Это удобнее, у меня с того года остался английский, которым я буду писать информатику. Во, давай его пиши сейчас. С того года. Так у меня там и остался английский. Ну давай быстрее, складывай, уже пошли. Я хочу такие. Марина, давай быстрее, добро, не добро, как бы. Вот эти, все, больше пошли. А, мне сейчас надо историю найти еще. Хая-хая. Хватит хаякать. А вон, смотри, для обуви. Так она уже взяла фит. Ну. Ну там-то красивее. Там пустое, а здесь чем-то. А вон тут камуфлированные. Смотри, Слава, для обуви. Вон, Славке, возьми 88 камуфляж для обуви. Нам сейчас нужно будет переменку таскать. Слава, смотри, тебе надо такой камуфляж для обуви? Во, ну-ка разверни, покажи ему. Там же разворачивается он. Вон внизу развернутый, наверное, есть какой-то. Вон там еще какие-то. Смотри, это красивее камуфляж. Нет, такой же. Ну вот так вот, разделай вот так вот. Покажи. Такой же. О, смотри, Слава, достань. О, под обувь Славки. Рюкзачком делается. Рюкзачком можно носить, смотри, надевай. Раз, раз. Да, еще 10, 0 свет. Ну-ка, покажи. Ну-ка, ну-ка. Иди, Настя, покажи, какой у тебя рюкзачок. Она вот поторопилась. Видела? Славка какой себе вела. Я сейчас проверю. Эй, что за бардак происходит? Все что-то бегают, что-то берут. Пока папа разрешила. Петрюшка. На, снимай. Вот тебе. Целый. Бери домой его. Ложи быстрее в тележку, пока я не передумал. Передумал. Да дай мне. Убираем, Славе не надо. Славе не надо? Нет. Тогда быстрее в тележку. Бегом. Как стартанул. Все, и хватит драться. Домой придем, мы с тобой подерёмся сегодня по-настоящему, по-мужски. Понял? Понял. Все. Смотри, у меня тут размахался. Махун. Дальше идем. Что? Бери за руку этого, хуякуку. Видите, ребят, Настя какой рюкзак нашел. Вон это получше. Часики двигаются, да? Да. Джинсовый. Прикольно. У кого вкус есть? И у меня. Так, смотри, который первый был, его надо. Это он замаранный, видишь? Там вот, внутри. Ну, смотри, этот чистенький. Вот этот чистенький, да. Он внутри чистенький. Все, берем? Да. Топ-топчик? Да. Вот это хочу. Блин, тут уже телега на 1005, наверное. Все. Боже, сколько этот рюкзак стоит? А? Рюкзак сколько стоит? 200. 200? Так тут уже на 6 уже. Хватит меня целовать. Подлиза. Этого мальчика Насте понравилось. Маришка выбирает халяльные сосиски. Халяль, ну, колбаса есть халяль. Ну, видишь, опять мясо курицы, механическая обвал, где-то кожа, значит. Mm-hmm. Это значит кожа. Ну, а что хочешь туда? Вот возьми такие, посмотри, вот еще колбаса какая-то. Ну, эта колбаса что-то вообще дешево, 139 рублей такая палка. Это вообще... Как бы халяль, что за халяль такое? Что, еще есть? Халяли все, да? Халяли, да. Не, тогда не надо. Обманщики. Маринка заорала. Гост, гост. Короче, представляете, вот эти вся, вот эта вся продукция, то есть, как бы, ну, блин, половина химическая даже больше. Ну, все, вот гостовские только вот нашли. Да, без ешек. Давай бери их побольше тогда. Сколько их там есть? Давай 3 пачки бери. 3 берем. Да, бери 4, да все. Давайте, это годности... невкусные. Зато гост, все. Сейчас гост вообще тяжело, давай. Эти. Дети сидят, я съем, ничего страшного. Вы куда пошли? Вот так холодно, идите туда. Мы сейчас придем. Маленько сыр халяль рассматривают. Что ну, там, вот есть что-то? Возьму. Ну давай, возьми. Одну только? Да, попробуем. Ну что, потом снова поедем в Ашан? Ну, вдруг не так, а что тут?
Колбасу надо... еще хотели взять? Сосиски взяли. Колбасу. Так, а там что, курица? Надо там курицу? Курицу надо. Вот, курицу давай халяль ищем. Дым, курица. У-у-у, как холодно. Вон халяль. Так, берем этих три. Да, мелкой вермишели. Этих берем 5, да? Да. Лангуста берем сюда, заезжаем. Так, вот здесь вот таких вот 2 штуки трогаем. Да, не очень любим такие, ну, да, толстые рожочки. А сюда еще берем по 5. Так, ракушки. Так, это что у нас? Вот эти берем 5, да, получается? Угу. Вот берем все время до Лангуста, как бы, и нормально. А ну, это, кстати, по-моему, их производство, да, по их заказу, по-моему, да, делают. Ну, мы постоянно берем их, поэтому... Сравнивали их, ну, в разнице с другими вообще. Ну, они не развариваются, держат форму, нам, да, нравится. Хорошо. Цена приемлемая, 30 рублей за упаковку. Так, вот ракушечки. Быстренько давайте. Вот эти, а туда эти, макфа, это куда? Маме формировать? Да, вон. Ну, давайте, смотри, возьмите одну, вы уж хотите взять это сильно. Мы вам нашли, Слава нашел. Ну, давайте, берите. Слава. Одну берите. Одну бери. О, макфа, Слава, формировать, да, будет? Слава знает, что выбирать, чтобы мама приготовила вкусняшку. Так, вот это, вот таких берем, вот такие хорошие. Мне больше всего вот такие вот сапожки нравятся. Три. Ой-ой-ой-ой. Пять. Так, и что еще? Бантики берем. Бантики? Пять, да? Да. Так, а мы это все как будем нести домой? Не, бантики вот я опять не буду. Ну, давай три берем. Они мне не очень нравятся. Так, еще что? Такие не надо? Нет, такие нам не надо. Все? А хотя можно взять для лица такой, нет? Не, не вот надо нам. Маленький. Не надо нам такое. У меня бы красиво смотрелись. Ну, у ладно. Нас есть цветные рожки одни, все, дома. Все взяли. Там. В принципе, наверное, на сегодняшний день закончим или что? Шоколадку еще возьмем? Шоколадку возьмем. Крупу возьмем тоже возле дома, да? Ага. Что ты хочешь? Все? Что купили? Ничего не купили. А сколько, Мариш? 26 рублей. Здесь написано, да? Пипец. Что купили? Ничего не купили. Тележку. А он туда, наверное, пошли, он там выход. Давай я открою. Вот так вот. Деньги это вода. Сейчас у них надо приложить чек, оплатить его, и потом только после этого воротики откроются. Вот эта система немножко нас напрягала вначале. Сейчас мы как-то более смирились, да, с этим? Останавливаемся. Настя, он рюкзак взяли. Крутой. Вот такая. Все, он достался. Пипец. Съездили, купили. Зачем мы поехали сюда? За продуктами? Сейчас это кантарик. Это тоже большой продукт. Да, мне кантарик сейчас это. А? Надо маркет за тарелочками, которых не купили. Подошла сейчас девушка. И сказала, что от 1500 можно получить подарок, да, по чеку? Да. Спросила, сколько у нас, я говорю, 9. Она сказала, идите туда на кассу, то есть впереди вот там дама какая-то, у них главная касса. От 1500? Да. Вот. Сколько нам сверху должны? Да, по одному чеку один подарок. Ребят, очень холодно. Хотелось бы обратиться к руководству именно вот этого торгового центра. В тех рядах мы отсюда вообще почему убежали, может быть, мы еще бы... ходили и покупали бы, но мы убежали, потому что мы замерзли, мне даже горло, мне кажется, немножко начало болеть. У тебя тоже? Нет, сопли, мне кажется, были. Вот. То есть, поэтому в Ашане очень холодно, они очень много теряют клиентов как раз из-за того, что люди просто убегают, мерзнут. Они, чтобы не портились продуктами, как-то. Ну, я понимаю, но как-то вот это вообще ужас, просто очень холодно вообще, да. Просто холодно-холодно. Сейчас придем, что-нибудь, может, нам дадут. Чек нет. Что-нибудь дадут. Слава. Ну что ты рассчитываешь? Что думаешь, дадут? А? Покушать что-нибудь? Вы так не покупали. Ну чек нам не надо. О, наклеечки. Ванну можно клеить. Ну-ка, дай посмотреть. Россия, футбол. О, это ванну можно будет наклеить, да? Ты же клеил там рыбок? Да. Да. Прикольно. Все? Ты нам еще чек отдадут? Ну все, пошли. Чек возьмем. Ну хорошо. Марине нужен чек. А, они в Ебедил собирают эти чеки. Там что-то... Я сейчас спрошу у нее. Я просто не знаю, сколько это правильно. Вроде как они там что-то делали в Ебедиле с этими чеками. Мариша,
Это для едодила? Нет. Не знаю. А Настя вроде что-то там делала, собирала. Для едодила что-то какие-то чеки там делала. А, родила. Нет, там есть ситуация. Мама сканирует, она едодил сканирует, и она сам автоматически входит, если есть какие-то товары, которые подпадают под акцию на возврат денег. Видите, они современные какие. Но мы сейчас едодилом в этом надо. Маркетинг использовали 20% скидкой. Ну да, большое достаточно. Сколько там? 600 рублей практически, да? Да? Скидка была. Все, такая ситуация. Все, ребят. Вот так мы сегодня походили. Ребята, куда вы убежали? Где вы у меня? Слава? Скажи всем пока-пока. Пока. Настя, останови его, там ежик. Крыса бегает. Смотри, какой милый, пойдем. Бегает. Можно? Помойно будет. Ты видишь, сколько стоит? Да. Это знаешь, сколько твоих этих щеток зубных? Не, Слава. Это вот мы сейчас пакеты купили, это практически вот, вот это вот полная тележка, как бы. Один такой еще. Ты хочешь к нам, да? Да. Он зайку. Папа носит. Он бы и попричал. Ну все, побежал. Пожалуйста, папа. Пожалуйста. Не, вы с Лили справиться не можете еще, Лёжика. Не-не-не, все, ребят, пойдемте. Я зашел просто посмотреть. Вот тут черепашка. Вон там, смотрите, какой ходит. Смотрите, смотрите. Настя, смотри, как ходит. Вон ходит. Этот хамелеон. Смотри, Слава, как хамелеон ходит. Смотри, как медленно. Жик, жик. Вон, видишь, как ходит? Смотри. Вон ягуана. Жик, жик. А вон там ягуаны. Не, ну ежик такой милый. Пара 2 года, не продается. Ух, какие упертые. Вот, змея. Слава, смотри, тут змея настоящая. Я их боюсь так. Смотри, змея. А можно из них пальцы еще шумнуть? Бабик, бабис. Пустяку не скучать, не скучать. Ой, свой маленький. О, смотри. Смотри, какой маленький, смотри. Дракон. Подними, подними. Вон. Дикон это. 5500. Как ежик. Я такого находил подобие в армии. Смотри, папа. Что за змея? Попугай? Это что? Коряга, змея, молодая.